Маринованная капуста со свеклой. Очень легко готовится, очень быстро созревает, вкус потрясающий. Ингредиенты нужны самые-самые простые. Морковь, яблоко и свеклу нужно натереть на мелкой терке. Можно использовать кухонный комбайн или использовать терку для корейских салатов. Лук необходимо нарезать на очень мелкие кубики. Капусту нужно нашинковать и взвесить. Если у вас получилось не 700 грамм нашинкованной капусты, как у меня, а больше или меньше, скорректируйте пропорции соли, сахара, уксуса, растительного масла и воды соответственно. Теперь готовим маринад. В ковш выливаем воду, добавляем растительное масло, винный или яблочный уксус, соль и сахар. Отправляем этот маринад на плиту на средний огонь и доводим до кипения. Размешайте соль и сахар так, чтобы они растворились в маринаде до момента закипания жидкости. В глубокую емкость для смешивания отправляем лук, нашинкованную капусту и мелко нашинкованные свеклу, морковь и яблоко. Все вместе деликатно перемешиваем. Делать так, чтобы капуста пустила сок, не нужно. Просто перемешать. Заливаем заготовку горячим маринадом. Еще раз аккуратно все перемешиваем и накрываем сверху чистой тарелкой, а сверху тарелки ставим грузик, к примеру, банку с какой-нибудь крупой, и отправляем в холодильник в таком виде на 24 часа. После этого капуста готова. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Посмотрите, насколько эта капуста идеально вписывается в простой зимний ужин.